Книга «Открытым оком», том 2, тема «Молитва», вопрос 848. Как можно развивать память, ибо она у меня очень плохая? Можно ли исправить ее молитвой? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В данном случае нужно конкретно поговорить с человеком, когда вы это заметили за собой. Как правило, это люди нетрудолюбивые и плохо учились. Раз вы пришли сюда в университет, значит, вам уже не менее 16 лет. Представьте, что на столько лет у вас были связаны руки или завязаны глаза. Спелеологи открыли под землей несколько озер, и оказалось, что живущие там утки и рыбы не имеют глаз. Почему? Предположительно, 150 лет назад эти озера ушли под землю, и там в сплошной тесноте и зрения нужды нет. Когда посмотришь, как ведут себя неверующие люди, используя органы чувств только в дурном направлении, совершенно не употребляя их на духовное, то подумаешь, зачем они ему? Чтобы позорить своего Создателя. Поэтому память отмирает, потому что не запомнили ни одной молитвы, ни одного текста Писания. В рассказе Куприна «Анафема» говорится о протодиаконе, который еще в семинарии заучил очень много богослужебных текстов. Как говорит писатель, и развил память свою до чудовищных размеров. Обещать вам никто ничего не может, но начинайте сеять правду. Запоминайте тексты Священного Писания, молитвы, но это для вас будет очень непросто, если вы не привыкли трудиться. Заучите наизусть псалтирь, в русском переводе Писания говорит псалтирь 64.11. Напаяешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастание ее. Размягчите камень, в который своим небрежением превратили мост. Я читал про одного туркмена, у которого было много ребятишек и огромное желание учиться. Когда он делал уроки, лежа на земляном полу, то дети прыгали на нем, мешая освоить азбуку. Он стал заслуженным деятелем республики, доктором наук, благодаря своему трудолюбию. Иногда по одной только молитве, даже без учителей, Бог может наградить памятью и талантом поэта, композитора, как Романа Сладкопевца. Теряющим память врачи советуют переквалифицироваться с играющих в домино в профессиональных протозеев, которые пересказывают все виденное в мельчайших деталях. Читайте жития святых, пересказывайте и снова начинайте читать, находя пропущенное. И все читанное кому-то пересказывайте. Это полезное занятие.